А он там катается, в прошлый раз там же катался. Катается, да. Там такое место, она чуть-чуть горочка. Наклон какой-то. Я бы в бассейн бы катался. Это называется стереотипное поведение. Как там называется? Ростик, гопки. И как? Ага. Только отвернул. Ну, правильно, уходил. Да, да. Ага. Уходить собрались, и он решил нас задержать. Да, да, немножечко. Да нет, он тупо видит, что уходит, он взял то, что остановит. Он нас пролонгирует. Да. Он взял то, что остановит, и все. А где все название остались этого мишки? Это нет из названия, это белый медведь. Вон белый. Он же не все меня с ним нашли. Ну что, что? А причем тут на семье? Нет, Аня. Не поняла, что это было. Он же... Молодец. Все. Нет. Нет. А мы с другого увидели, Галина Ивановна. Мы же другого увидели медведя. У нас их три. Три у вас? Конечно. Зоопарк. Ага. И не у меня, в зоопарке. Наина была бы тут. Говорите, у нас их три. Ну, в зоопарке, конечно, три. Ну, какой-то рыжий. Почему-то рыжие. Они не ослепительно белые. Вживую не видела, не знаю. Вот посмотрите. Посмотрите здесь. Надумаешь ты, нет, а, Ростик? Красивый? Скажи, Ростик, у меня игрушек хватит. Все это. Сейчас одну поношу, вторую возьму. Ростик, неси сюда, неси. Бросай игрушку. Ростик, бросай игрушку. Подожди, дай ему понежиться. Все.